Всем привет! Вы на канале Начинающий судомоделист. Под одним из видео оставили комментарий по поводу инструментов, чтобы я снял видео, какими именно инструментами я пользуюсь. Ну что же, давайте я вам покажу. Вот что у меня есть, какие инструменты. Ну, самое первое, давайте пойдет гвоздарь, да? Известная штука, очень удобная. Так, дальше. Такая мини-дрель. Это все, вот все это с набора. С великие парусники. Это все оттуда. Все до сих пор сохранилось, целенькое. Даже сверло с набора еще. Все работает замечательно. Прекрасно. Так. Кусачки тоже оттуда уже с набора. Прекрасно. Все работает замечательно. Дальше. Че? Ну, маленький молоточек. Тоже с набора. Прекрасно. Дальше. Напильники. Разные, даже одинаковые. Ну, в основном я пользовался вот двумя. Вот он такой плоский, да. И закругленный такой. Кругленький. Все. Есть вот и остальные, но ими я не особо пользуюсь, а вот в основном вот эти два были самыми ходовыми, скажем так. Так, дальше что? Ну, пинцет, само собой, наждачка, да, самая обычная, какая тут сотка, и по-моему 80, да, 80. Вот. А, ну и вот обрезок был у меня. Деревяшки просто взял. Гвоздиками же и прибил. И шли в наборе такие вот длинненькие. Сразу шли с наждачкой. Ну, я где-то ее посеял. Пришлось сделать такую маленькую мини. Ну, ничего, удобно. Работает как надо. В порядке. Так, что? Ножик. Лезвие это, да. Как правильно, я не знаю, называется. Ну, в основном я им не пользовался. Я в основном пользовался обычно вот канцелярским ножом. Прекрасно справляется. Кисточка. Так, что еще у нас? А, иголки. Иголки. Вот, вот этой иголочкой все 10 парусов были вшиты. Электросы. И что еще? Да много чего иголка была. Именно эта иголка вся шилась. Она бедненькая, ее, не знаю, видно или нет, как ее скрутило-то, ну, погнутая вся. И чуть, ой, и чуть побольше вот такая вот. Ну, ей я иногда клей наношу, там, подклеиваю где-то. Она тоненькая, удобная, хорошо получается. Так, есть. Карандаш отметить, если это само по себе. Так, чё? Вот самое интересное. Как он называется? Я забыл. Да ну. Лобзик. Лобзик. Кстати, еще ни одна не лопнула. Как поставил одну, так до сих пор и пользуюсь ей. Вот, лобзик. Есть, что еще? А, ну и клей. Клей, соответственно. Вот такой у меня клей. Это экспресс, там в комплекте еще идет баллончик, да, со смесью. Ну, ты приклеил, да, клей нанес. Что, присоединил, да, пшикнул и моментом схватывает. Ну, мне не обязательно, чтобы так моментом. Мне хватает и этого. Вот. Начал я его использовать, когда начал заниматься парусами, да. Ну, а сколько я использовал? Ну, наверное, грамм 20 я использовал. У меня был такой же, ну, там чуть-чуть было. Тут 65 грамм. Ну, где-то, да, грамм 20-25 я использовал на паруса, на установку. Там, и по мелочи там кое-что где подклеил. Ну и в принципе все. Больше ничего такого нету.
Конечно, может быть, когда начну заниматься... А, нет, стоп, 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 стоп. Вот еще что есть, вот какая-то штучка. Ей удобно, когда я паруса переделывал, да, удобно было старые нитки выковыривать. Я сначала вот этой вот иголочкой большой, да, брал и подковыривал. Но неудобно было, бывает, зацеплял и материал. Она просто острая, да, такая. А этот конец чуть такой притупленный. И хорошо, а вот тут за такое вот как лезвие на самой этой глубине. Клац ты отрезал и спокойненько можешь выковыривать нитки, которые тебе нужны. Удобная штука, кстати. Очень удобно. Вот. Ну, а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем спасибо. И всем пока.